Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 35.5. Найдите приближенные значения заданного числа по недостатку и избытку с точностью до 0,01. Первое число – корень из 11. Корень из 11 будет равно 3 целых, и возьмем три знака после запятой. 316 и так далее. Тогда округлением по недостатку с точностью до 1/100 будет 3,31, а округлением по избытку с точностью до 1/100 будет 3,32. Пункт Б. Модуль 2 минус корень из 10. Это будет равно модуль. Но число 2 мы запишем как 2 и 3 знака после запятой, а знаки эти будут нули. Нули мы можем продолжать бесконечно писать. Так, и минус корень из 10. Так, корень из 10 это будет минус 3,162, возьмем после запятой и так далее. Тогда вычтем, и у нас получится модуль минус 1,162 и так далее. А это будет равно 1,162 и так далее. Тогда округлением по недостатку будет 1,16, а округлением по избытку будет 1,17. Пункт В. Модуль 5 минус корень из 2. Это будет равно модуль, пятерочку мы запишем с тремя нулями и так далее. Минус корень из 2, это будет минус 1,414 и так далее. Вычтем, получим модуль 3,6, 9 и 5. Давайте проверим. 414, 8, 586. По модулю. Положительное число по модулю. Ну, здесь тоже, конечно, продолжение. 3,586 и так далее. Тогда округлением по недостатку с точностью до 1/1000 будет 3,58, а 3,59 – это будет округление по избытку. И остался пункт Г. 12 разделить на 17. Это будет равно 0,705 и так далее. Тогда округление по недостатку будет 0,70, округление по избытку будет 0,71. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.